Слава Ісусу Христу, отець Іван, чин святого Василія Великого. Моє питання звернення до протоєрея Олега, а звучить воно так. Існує теорія, що причиною кризового стану навколишнього середовища є юдеї і християни. Питання чому? Бо саме вони чітко і ясно виконують наказ Бога. Буття 1.28, де вказано, що Бог їм доручає панувати над землею, підпорядковувати. І та те, що дуже має зараз голосно звучить в сучасному світі, як нам і цей стан, в якому ми знаходимося, ті люди, не християни і не юдеї, звичайно, звинувачують нас і юдеї. Як нам відповісти і спростувати цю ганебну тезу? Дякую. Если я правильно понял, причина кризиса – это христианство и иудаизм, да? Я, честно говоря, впервые слышу как бы такую интересную постановку проблемы. Вот. Мне кажется, что причину этого кризиса можно искать вот где угодно. Вот. Внешний мир, он действительно может обвинять и христианство, может найти и проблемные стороны и в иудаизме. Но мне кажется, что проблема современного мира, она заключается в том, что можно обвинять монотеистические традиции прошлого, но на себя никто не хочет посмотреть. Вот. Мне кажется, что проблема заключается в том, что современный человек не хочет начать с себя. Современный человек готов обвинить все. Там, христианство, иудаизм. Но мне кажется, что это вообще неправильная постановка вопроса. Мне кажется, что вместо того, чтобы искать причину, она очень важна. Мне кажется, что надо просто начать вот в настоящем искоренять вот то, что было раньше. Вот. И здесь, мне кажется, что мы должны все объединять усилия, и христиане, и иудеи, и мусульмане, все представители трех монотеистических традиций. Вот. У нас сегодня принято в современном обществе, и на Западе это все чаще можно услышать, кто-то нарисовал карикатуру на Мухаммеда, и ответная реакция, взрывы муниципальных каких-то заведений, и Лаверды то же самое происходит. Вот мне кажется, что люди, они очень как бы глупо выглядят вот сверху. Господь вот смотрит на нас. Я когда был в Хевроне, вот здесь есть фотография, саркофаг, кенотаф праотца Авраама. Я заходил, это был шаббат, и я зашел в Хевроне, в Мерар Хамахтана, это пещера праотцев, где погребены четыре пары. Вы помните, Хеврон называется еще в Священном Писании Кирьят-Арба. Вот. Так вот, могила патриарха Авраама. Вот, с одной стороны, она в таком тамбуре находится. С одной стороны находится мечеть, с другой стороны синагога. И вот можно в окошко, как и из мечети, так и синагоги, посмотреть на этот кенотаф, на этот саркофаг. И вот что самое интересное, вокруг саркофага пуленепробиваемое стекло. Вот. Почему? Оказывается, в конце 80-х религиозный фанатик со стороны синагоги выпустил магазин Калашникова в мечеть. Погибло очень много людей. Но, мне кажется, недоумевает праотец патриарха Авраам, что делают два народа, двоюродные братья между собой. Вот. Мне кажется, что мы способны объединиться. И способны объединиться перед вот этой проблемой, знаете, вот способны объединиться перед лицом внешнего врага. Внешний враг – это тот кризис, который вот, он не то, что там придет, мы его ожидаем, он уже наступил. Вот кризис, который нас осуждает. Вот мы сегодня говорили, этимология греческого слова «кризис» – это суд. Он уже нас жалит. И поэтому мне кажется, что нужно объединять усилия, не замыкаться. Мне кажется, любое разобщение – конфессиональное, языковое, национальное, вот, этническое шире – вот, оно никогда не приведет ни к чему-то хорошему. Вот, мне кажется, надо просто снимать какие-то... Вот, я сейчас я говорю и вспомнил очень интересный такой сюжет. Он мне когда-то еще в семинарские годы врезался в сознание.
Это митрополит Филарет Киевский. Он возвращался с богослужения, которое совершал в селе, возвращался в Киев на своей карете. И вот, проезжая через одно село, где был католический храм, он был удивлен. Его православного митрополита вышел встречать священник, католический священник с караваем. Вот. Карета остановилась, митрополит вышел к этому священнику и удивленно спросил, ну, помните, 19 век – это век, где предпочтение давалось, конечно же, православию, Российской империи. Вот. Конечно же, католические общины были в меньшинстве. И вот он удивлен, спрашивает этого священника, а вот что подвигло тобой? Говорит, вы знаете, вот Всевышний на нас смотрит сверху, вот, между нами есть преграды, да, им 1000 лет. Но вот этот забор, он до Бога не доходит. Вот. Он вот так смотрит, этого забора не видит. То есть вот православные, вот католики, а этого забора нету. Поэтому мне кажется, что проблема вот того, кто поставил вот так вопрос, что виноваты христиане или иудейская община, мне кажется, что он изначально не прав, этот вопрос, и субъект, который поставил этот вопрос, потому что, а может быть, это попытка такого самооправдания. Я не виноват, виноваты они. Может быть так. Вот. Жена, которую ты мне дал, вот, она мне дала плод, и я ел. Вот так. Так что, мне кажется, что, я не знаю, может быть, очень пространно как-то пытался ответить на этот вопрос, но вот сразу вот несколько вот тем для размышлений уже появилось. Я знаю, что трудно очень участвовать в круглом столе между конфессиями, как бы, христианской традиции, да, вот, когда какие-то богословские аспекты разрешаются, вот, мы знакомимся друг с другом через, как бы, вот этот диалог, это одно, но есть практические проблемы, да, вот, которые, от которых никуда не деться, вот, и, к сожалению, но еще есть много проблем, которые мы между собой должны разрешить в христианской среде. А что сказать уже об инославных, да, об иудеях, как с ними примириться, если они, даже, ну, если вы откроете Талмуд, те трактаты, которые говорят о Христе, вы просто перестанете с евреем здороваться, потому что там действительно, ну, очень оскорбительные вещи говорятся о Христе. Да, официальный иудаизм, он от них уже отрекся, сказал, что это личное мнение было комментаторов каких-то вот моментов исторических. Но все же есть такие посылки, которые оскорбляют мое христианское, как бы, сердце, нутро, то, что Христос – это не незаконнорожденный бастардо от римского легионера и так далее. Я просто не хочу даже все это приводить. И мы с этим можем действительно согласиться. Я когда шел по Иерусалиму, по старому городу, я очень часто, вы, может, кто из вас был, вот ощущали эти плевки в спину. Вот когда с тобой равняется хасид, то он даже не смотрит на тебя, отворачивается, но когда уходит за спину, он плюет. Вот ряса развивается, ты не чувствуешь эти плевки, а когда приходишь домой, снимаешь рясу, она вся вот оплевана. То есть вот такое отношение я к себе вот, ну, ощущал, как христианский священник. Несколько раз мне вот этот крест пытались сорвать. Вот. К сожалению, и наше общество, оно пропитано антисемитизмом. Мы ненавидим евреев. И вот тут очень сложно найти какие-то стороны, фрагменты, которые бы заставили по-другому посмотреть друг на друга, полюбить друг друга, начать уважать друг друга. И вот у нас есть какие-то наработки, я не говорю о круглых столах, вот внутри христианской среды. Недавно мы сняли фильм, он есть в Ютубе, вы можете посмотреть, он так и называется, документальный «Пасха», документальный фильм «ПЦ». 2011 год. В прошлом году мы совместно с несколькими еврейскими общинами сняли этот фильм. Интересно то, что первую часть с удовольствием смотрят евреи, вот, а вторую часть с удовольствием смотрят христиане. Даже наоборот, извините, там первая часть, она посвящена иудейской Пасхе. Евреи, непосредственно преподаватели Открытого университета в Иерусалиме, несколько раввинов, главный раввин с ними плача. Среди этих раввинов есть и мои друзья, которые тоже давали какие-то комментарии. Вот. И что самое интересное, возможны точки соприкосновения. У меня есть, я горжусь дружбой с несколькими раввинами города Киев,
которые нам позволяют общаться и находить какие-то точки соприкосновения по-другому, смотреть под другим углом друг на друга. Они меня приглашают на шаббат, я к ним прихожу. Они приходят ко мне домой. Вот. Правда, в канун как бы шаббатов, в пятницу как раз он у меня в гостях, он не заходил в ту комнату, там, где находятся иконы, потому что наступает шаббат. Я сразу вспоминаю евангельское повествование кануна Пасхи. Вот. Есть точки соприкосновения. И мы должны просто искать, не искать, кто виноват, а вот просто решать эту проблему. Но, конечно же, когда поставлен, мы ответили на вопрос, кто виноват, тогда легче решать эту проблему. Вот. Но мне кажется, что все-таки мы должны искать возможности к объединению. Вот это вот, то, что вот сейчас вот мне пришло в голову, когда вот я услышал этот вопрос, я не знаю, ответила на него или нет, но некоторые посылки для дальнейшего размышления вы получили. Я думаю, что и я тоже услышал впервые этот вопрос, мне просто интересно было его услышать. Вот, вот так. Так что спасибо большое за это. Дякую. Прошу. Петро Жук, Академія наук національна, директор Центру інформаційних проблем території «Соцінформат». Я хотів би до шановних доповідачів, напевно, трьох дати таке запитання, безпосередньо пов'язане з темою актуальних проблем та викликів українського суспільства. Як я, мої колеги, соціоінформатики, соціологи, деякі бачимо проблем сучасного українського суспільства. Взяття народом відповідальності за країну. Народ повинен прийняти відповідальність за країну. Дуже сильна, найсильніша з всіх моделей є це біблійська модель вихід. Саме ізраїльський народ 40 років дозрівав до того, щоб взяти відповідальність на життя за Божим наказом в країні обітування. Зараз десь приблизно середина цього. Очевидно, проблеми найбільші. Я, наскільки розумію, не знаю, може некомпетентно, основне тут, Олег казав, дуже важливий момент про кризу. Зараз близько кризовий момент саме оцих 40 років. Я розумію, кризу – це бунт корей. Наскільки виходить, для мене, як для математики, соціоінформатика, це основний момент того виходу. Наскільки, виходячи, власне, з тем, от ваших, от на цю, власне, проблему і цей виклик, от, чи можна пом'якшити бунт Корея, чи може він не обов'язковий, це бунт Корея в українському виході, тобто встановленні українського народу, як державного народу, взятті відповідальності. Чи він вже може був, чи його не буде. Дякую. Питання. Прошу, отче. Перш за все, я б не ставив, чи то буде Корея, чи ні, але взагалі я б запитався, а чи ми є християнами? Знаєте, як ми подивимося на наш народ, так, він до церкви ходить, він на богослужіння ходить, гроші дотації кидає. Але наскільки він є християнином? Якщо ми подивимося на більшість людей, вони ходять тільки туди, тому що такий є звичай, тепер можна ходити. Тепер тим того не було. Я пригадую, як на телебаченні одна особа казала, о, як ми були в підпіллю, то ми всі ходили, а тепер вже й не треба. І це є наше питання. І чому з нами біда є? Бо ми той народ, який вийшов з того, з Єгипту, з комуни, ми зробили те саме, що євреї зробили. Ми поставили собі свого божка. Божка культури, особливо божка грошей. Я дуже часто кажу, я вже бачив матеріалізм на Заході, я там народжений, там жив ціле своє життя. Але такого матеріалізму, як я тут в бувшому Совєтському Союзі бачу, я ще такого ніде не бачив.
Так що скоріше всього, ми мусимо викинути свої бушки, а тоді Бог до нас прийде. Я согласен с Самрахаилом, что мы живем в не совсем христианском обществе, как это не страшно констатировать. Достаточно вспомнить совершенно недавний случай, который произошел с надруганием над распятием. Вы помните, вот эта, в кавычках, инициативная группа девушек слила крест. Вот. Страшно то, что я, как и, наверное, все вы, просматривал в интернете разные сайты, которые комментировали эту новость. И что самое интересное, фактически от всех ведущих сайтов там был свой представитель. От всех ведущих каналов была своя камера. Вот. Человеку около 30 журналистов все это снимало. Вот. Они как бы наслаждались этим. И думали, какой рейтинг вот, вообще в открытии их новости вот будет вот, в будущем. Вот. Ну, конечно же, это отразится потом на зарплате, какие-то будут бонусы в финансовом таком денежном эквиваленте. Вот. Но никто из них не подошел, не убрал руку с бензопилой от этого распятия. Крест упал. И мне кажется, что вот это падение креста, оно вот, является осуждением всем нам. Очень многие под разным углом комментировали, рассматривали эти темы, ток-шоу собирались. Вот. Но никакого покаяния в этом не было. Вот на самом деле это большой грех не только этой девушки, которая сделала, а всем, кто... Вот, это очень такой неправильный глагол, но смаковал вот, все как бы происходящее. И мне кажется, что и в еврейском контексте, и в современном контексте действительно мы с вами живем вот, в обществе вне Бога. Вот. Нам удобно так жить. Нам удобно, как бы вот один из героев Достоевского, вы помните, когда он совершает грех, он разворачивает образ, икону, для того, чтобы не находиться в поле обозрения Всевышнего. Да? Вот, вот так вот и мы живем с вами. Мы как бы создаем какие-то, вот как отец Рафаил сказал, какие-то вот, искусственные цели, вот эти ложные башки, вот фактически золотой телец вот, нами руководит в этой жизни, вот, а настоящего подлинного Творца Всевышнего мы не видим. Вот, и опять же, вот, возвращаемся к тому, с чего я вот в первом вопросе начинал, нужно начинать с самого себя. И действительно, мы живем в очень проблемном обществе. Общество, которое решило себя еще 70 лет назад, вот, выстрелом «Авроры», оно решило вот этой оси. То есть, на самом деле, сегодня часто задается вопрос, а что христианство вообще хорошего принесло вот, в наш мир? Вот, на самом деле, мы, христиане, будем возражать. Это культурообразующая традиция. Очень много положительных сторон, но иногда мы не слышим оппонентов. Они фактически очень аргументированно говорят и пытаются нам возразить. Вот. На сегодняшний день, вот, как бы, знаете, есть такой, такой пассаж у Платона, он называется «Миф о пещерном человеке». Это фактически вот, в двух словах человек многие годы был прикован лицом к скале. Вот. Сзади был проход. Вот. И когда сходило солнце, он видел какие-то тени. Он не мог развернуться и посмотреть, что делается сзади. Вот пролетела птица, он увидел тень. Прошел какое-то животное, он тоже увидел тень. Вот. И вот фактически для себя этот пещерный человек создал как бы, ну вот, ну как бы огромное количество объяснений, что вот означают эти тени. И вот Платон даже задал вопрос, а вы теперь представьте, как человек, какой кризис будет в его сознании, когда его отвяжут от этой стены, и он выйдет наружу. Весь мир его рухнет. Вот так и мы с вами. Мы вот живем, слышим только себя. Мы дали уже всему объяснение. Мы знаем причинно-следственный закон, который вот, руководит нами, и почему мы страдаем.
Но мы продолжаем страдать, ничего не меняется. Мы вновь и вновь вот танцуем на этих граблях, которые нам постоянно вот ударяют по лбу. Вот. Поэтому мне кажется, что мы будем испытывать вот такой вот духовный, душевный дискомфорт до тех пор, пока вот просто не сможем вот изменить сами себя. Вот. Надо просто покаяться перед Богом в том, что действительно и в том ужасном случае, когда крест упал лицом Спасителя вот вниз, вот, и в этом тоже вот есть вот, и моя как священника, наверное, какая-то вот, вот посылка к тому, что, может быть, мне надо было там оказаться, чтобы остановить эту вот девушку, а меня там не было. Вот, и, или же вот, каждый из нас должен задать вопрос, а почему это могло произойти? Вот, если мы начнем вот с себя, мне кажется, вот тогда будет легче просто вот, преодолевать все проблемы, которые вот у нас есть. Вот извините, что так сумбурно, но я не знаю, может быть, опять удалось ответить, но вот... Дякую. Щоб відповісти на ваше питання також конкретніше до кризи і кризи в українському суспільстві. Я вже говорила, що ринок, коли досягає, йому в певний момент характерна нестабільність. Отже, коли він починає нищити моральні засади, християнські засади, які насправді його, його збудували. Наприклад, коли ми почали відчувати кризу з краху банківської системи, так, яка характеризується, наприклад, складними фінансовими операціями при позиках, так що навіть самі банкіри і уряди не оговтувалися, що саме в цій системі, тобто непрозорість банківської системи. Тоді, коли, наприклад, в Святому Письмі читаємо про будівництво ковчега Завіту, коли там розписано, що така деталь, така, на нього стільки то було потрачено. Це, тобто є прозорість. Отже, цієї прозорості немає. Друге, це, наприклад, коли заохочувалися людей і захочується сьогодні брати великі позики під малі проценти, позики, які вони, по суті, ніколи не сплатять, хіба за неможливих умов, що проценти низькі будуть триматися на позики ці, або будуть триматися високі ціни на нерухомість. Але це цього не є. Нерухомість падає в ціні, отже люди не можуть повернути позику і мусять віддавати деколи останнє, що мають. Тут знову ж таки повертаємося до законів Завіту Синайському, де кажеться, не ставте камені спотикання перед сліпими. Також бачимо, що самі банкіри в час кризи збагачуються, вони собі зберігають великі зарплати, мають зберігання золоті, тоді, коли користуються бідою бідних людей. Знову ж таки, Святе Письмо і Завіт каже не користуватися бідою людей. Федір Достоєвський, якого вже тут було згадано, каже, що людині, якщо вона відкине Бога, їй все одно характерно робити собі ідола. Отже, сьогодні цей ідол є ринок. Ринок, бо якщо людина є з Богом, і ці люди, які були з Богом, євреї чи християни, вони будували капіталізм і ринок, то вони мали Бога як основне мірило. Тоді не потрібно було ні поліції, ні органів, які контролювали Бога. Люди поступали чесно, правді, бо вони були відповідальні перед Богом. А сьогодні ринок настільки досягнув цієї руйнівної точки, що він заставив нам служити ринкові, а не так, щоб ринок служив нам. Отже, повернення до Бога, знову ж до тези отця Рафаїла. Дякую. Дуже дякую всім нашим доповідачам.